Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами снова я, Лео Декабрь, и сегодня со мной мои друзья Рыча. Привет. И Некит, или Краб. Там. Привет. Кому как куда. И сегодня мы поиграем в игру «Где моя мама?». Прикол в том, что какашка потеряла свою маму, и мы должны ей помочь. И да, кстати, небольшая такая новость. У меня появился свой Twitch, ссылку вы найдете в описании, я стримлю каждый день. Уже 20 стрима. Да, уже 2 стрима прошло. Я стримлю каждый день в 20:00. Надеюсь, вы будете приходить и смотреть. Tell me about your mother. Расскажи мне о своей мамке. Левел 1. Ну, давай. Я здесь один раз играл в неё, но я, правда, нифига не понял. Это... Фу, блин. Подожди, я не помню. Вот это жрать? Прикольно. Блин, я не помню это. Управление. Давайте я повторю. Извините меня. Но мне надо повторить это. Подожди. На кнопку право я жру. А, все, понял. Все. Все, я понял. Извините, что такое. Я не знаю, что вышло. Ладно, это уберем. Некит кашляет, там сидит. Ему игра не нравится. Мне нравится. Мне нравится. Они такие милые. Не-не. Какашки едят какие-то хрени там, понимаешь? Ой, там ластик был. Как в живот, в кишку мог попасть ластик? Что? Темнеет. Ой, как жидко. Ой, жижка потекла. Ой, что это? Фен в жопе? Извините меня. Ой, я сожрал личинку какую-то из жопы. И лимончик. Блин, нормас так игра. Всем рекомендую. Ой, не сюда нажал, извините. Ом-ням-ням-ням. Так, мы жижкой. Мы можем становиться жижкой или какой-то прям суровой какашкой. Прикиньте, это в нашем организме такая. Да, прикиньте, в нашем организме то же самое творится. Лампочка. Ну не, лампочка окей, лампочка это стандартно. Многие были связаны с этим, но по крайней мере я, да. Так много обо мне все узнали, да? Да. Это там через решето говном. Я должен был съесть эти прыщи. Фу, я распался на много маленьких какашек. Смотри направо, подожди. А, я понял, маму высираю. Мама поехала высираться, и за ней маленькое говно едет. Я теперь все понял. Господи, ты видел, что это? Человеческий палец. Там был человеческий палец. И туалетка. И собака. Подожди, я должен был сожрать кости собаки? Извините, но говно такого не может. Ой-ой-ой, жижка. Я в жижку могу превращаться, забыл? Я или вот такое твердое говнишко. Опа, или вот такое вот жижка. Это чё? Блин, надо было съесть. Это съесть точно. На, лимончик вроде бы. Надеюсь, что это лимончик, по крайней мере. Съем. Нихера себе, я скелет покушу. Говно кушает скелеты. Вы знали об этом? Нет? Тогда мы идем к вам. О, хлебушек. Что? Я ем скелет собаки, но не могу съесть хлебушек. Ну, в принципе, я так и подозревал. Хера... А почему... Ну ладно. Господи, почему я не могу есть фрукты? А чё там слева так как-то страшно? Экран плавится. Я надеюсь, это не у меня экран плавится, а игра плавится. Потому что я не хотел бы, чтобы у меня экран расплавился. Вот там было старое говно, смотри. Старое говно. Там был Troll Face, я заметил. Личинку съедим, конечно же. Фу, у меня, смотри, у меня блохи. За мной какое-то говно летает. Блин, я же сам говно, я забыл. Смотри, вот это говно. Запор, наверное, у тёлки. Ой, перелетели какой-то. Мне нравится, слышишь? А мне так прикольно. No comment. It's real life. I think it's real life. Ну блин, ну туалетка, я ещё понимаю, ну как это внутри могло застрять? Прокусили.
За мной говно дополнительной жизни бежит. И зубная щетка. Господи. Видишь? Что это за тварь? Что это за каннибалка? Что она в свою жопу поглощает? Понимаешь, она жопой вещи глотает. Она, походу, у нее нет глоки, у нее только жопа. И что у нее такое, такая длинная жопа? Подожди. Я должен был съесть паутину? Сколько видос-то уже идет? Мне кажется, всем надоело уже смотреть, как говно по жопе лазит. Ну, мне кажется, это давай я посмотрю какой-то. Не, давай вот это еще одна и все. Я затащу. Я догоню свою мамку. Надеюсь, меня не высрут вместе с ней. Знаешь, так все обычные люди говорят, надеюсь, с мамой все будет хорошо. Надеюсь, ее не высрут. Говорят, какашечки. Не очень хорошо получилось, но ладно. Я забыл уже, что я сказал. Можешь напомнить, пожалуйста? Нет. Ну, думаю, все суть поняли. Я именно не про то, чтобы... Мухомор! Заметь, это... Все, последний раз давайте. И потом... Это, кстати, прыщи, если что, вы не поняли. Они прыщи в жопе, выложены словом go, то есть погнали. Мне кажется ли это как-то подозрительно? Нет, это у всех так. Клубничку. Не, клубничка, кстати, нормальная, но почему она ее заглотнула? Наверное, заглотишь. Блин, здесь трудная игра, я тебе скажу. На реакцию даже. Не то, что на реакцию. На логику, я думаю. Потому что не всегда же поймешь, жрать яйцо или проплыть между ним. Вот это вообще что? Это кусок масла, мыла или лимон все-таки, как я думал вначале. Но оно все в говне, мне непонятно. Я думаю, это эти, как у подушки из Космос Старс. О, кстати, возможно. А что вот это такое резинка? Лампочка. О, горящая лампочка, зашибись. Я ее должен был съесть, слышь? Слюните. Почему? Я не могу пролезть через лампочку, я должен ее сожрать, ты понимаешь? Рандом типс. Мех. Мех, 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 мех. Я надеюсь, вам не понравилась эта игра, но понравился мой ролик. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Лео Ди Каприо, и мои друзья Некит, Рича. Пока. И компьютер. Пока! Это он. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем удачи, всем пока, и не получайте запор.